Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу сделать обзор вот такого наборчика. Наборчик я вязала на мальчика 2 годика. Обхват головы 50 сантиметров. Высота шапочки у меня до бубончика 17,5 сантиметров. Связала я ее обычным классическим способом, она с ушками, с завязочками. Видеоурок не стала записывать, так как в принципе таких шапочек довольно-таки много в YouTube записано. Поэтому берете за основу любую шапочку и вяжете. Снудик я связала под эту шапочку в наборчик тоже из предыдущих видеоуроков. У меня он записан, то есть он такой в дырочку крючком. Шапочку я вязала спицами. Пряжа у меня Alizella на Gold коричневого цвета, довольно-таки карамельного, 179 цвет. Довольно-таки получился красивенький наборчик. Сделала декор я шапочки только меленькими пуговичками разноцветными, вот такими. На снудик не стала их делать, так как, чтобы ребеночку в шею не кололось. То есть вот так вот будет присобран снудик и, соответственно, шапочка на голове. Получилось довольно-таки оригинально, я считаю. И очень простой такой узорчик взяла, жгутики и обычные полосочки из двух лицевых петелек. На мой взгляд, очень довольно-таки симпатично. Вязала я спицами 3,5 чулочными. Вот, получилось довольно-таки плотное на холодную осень. Либо начало зимы тоже подойдет, конец зимы. В общем, затем привязала бубончик. Вот такая замечательная шапочка в наборчике у меня получилась. Жгутики тоже можете посмотреть в моих видеоуроках, так как жгутики в YouTube представляют собой очень много. Я вот такой вот вариант использовала, закрученный. Я надеюсь, что вам понравилось. Если что, задавайте обязательно в комментариях вопросы, как сделать более подробнее, если хотите. Оставляйте также в пожеланиях. Мы обязательно с вами свяжем, если вы не найдете вот такую шапочку в других мастер-классах. Обязательно, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!